Так вот смотрятся гониопоры вживую тоже, чтобы было понятно. Вот альвеопоры, нормально, розоватого цвета такого прикольненького. Вот зелененькие вот эти вот ультрагрины, у них огромнейшие полипы тут по 10 сантиметров. Ну и красные, вот они у меня живут, вот розовые, которые крайние к стенке, ближние, дальние от меня. Это самый капризный вид гониопоры, живут у меня уже где-то около 10 месяцев. Умирать они не собираются, как некоторые думают. Вот, пожили чуть-чуть и сдохли. Дозируйте марганец, слушайте, что я вам говорю, и будет у вас так же, ну, как минимум.